Высоко в горах, в Исмаилинском районе Азербайджана, раскинулся древний Лагич, известный центр ремесел. Древняя история Лагича, очень древняя. У нас есть посуда, которой уже 1300 лет. Откуда мы это знаем? О надписи на посуде рассказывают. И не только о ее возрасте, вообще об истории Лаиджи. Лаиджи – 7 кварталов, и у каждого свое название. Некоторые носят имена знаменитых мастеров, когда-то живших здесь. Хаджибала, Залалы, Мурат. Есть и Чоркича – слепая улица. Одним концом она упирается прямо в дом, внезапно обрываясь. Или вот Тулус – гончарный квартал. Тут давно гончары селились. 127 В Лаиджи всегда жили мастеровые люди. Говорят, 127 разных ремесел насчитывалось здесь. Одних только медницких мастерских было 120. И в каждой работало 15, 20, а то и 30 человек. По сей день у нас действует водопровод и канализация, которым уже 700 лет. Работают они, как новенькие, и ремонтировать не надо. Когда дожди идут, или во время таяния снега, вода со всех дворов, крыш, хозяйственные отходы, все идет в эту древнюю канализацию, проходящую под плитами, которыми вымощены улицы. Поэтому так чисто везде. Чтобы уберечь дома от землетрясения, лагичские мастера придумали своеобразный защитный пояс. Каменную кладку прослаивали деревянными балками с замками, которые предохраняли дома от трещин. Эти таблички донесли до нас имена строителей и тех, кто жил здесь.
Bu şəhərdə evlər 3 mərtəbə, 2 mərtəbədir. Дома владичи, двух-трехэтажные. На каждом этаже обязательно баня. А есть еще общественные бани. Под землей их строили. Вот уже пятое поколение нашего рода трудится в Медницкой. И мастерская нам досталась от наших предков. И многие инструменты, которыми мы работаем, тоже с тех пор сохранились. Прадеда моего звали Чавляли. Известный мастер был. Свое искусство детям передал. И у нас так по обычаю, чем бы ты ни занимался, свое ремесло как наследство детям передаешь. С малолетства приучали в мастерской к труду, ремеслу. Чем раньше ребенка учишь, тем прочнее у него навыки, а взрослый хуже усваивает. Это как если на железо пишешь, надолго остается. А попробуй напиши что-нибудь на воде. Меня тоже отец 5 лет учил. И к дяде я ходил в мастерскую. Наши отцы говорили, какому бы ремеслу ни обучался, работай так, чтобы тебя узнавали по твоей работе. Я тоже говорю своим детям, у хорошего мастера всегда есть работа. Эти медные изделия говорят о культуре нашего народа. Лучшие образцы хранятся в музеях страны и за рубежом. Еще в 1873 году на Всемирной выставке в Вене работа нашего мастера Чарбала Хусейна была отмечена дипломом одобрения.
bütün Zaqafqaziyanın şəhərlərini gəzsin. Ne kadar sana açıklamalar... Если обойти за Кавказе, повсюду найдешь мастеров, выходцев из Лаичи. Лаич всегда славился ремеслами. Летом и зимой, несмотря на трудную дорогу, мастера возили свой товар в разные города. А сейчас провели вот хорошую дорогу. Машины сюда грузы возят. Намного легче стало. Кроме Медницких, в Лаичи было много кожевенных мастерских. Шорники все за Кавказе обеспечены. И даже в Средней Азии известны наши изделия. А у корабейников чего только не было. Шитье, платья, медная посуда, сбруи, седла, уздечки, подковы, топоры. Все продавали. И обратно не с пустыми руками возвращались. Они собирали старую медь, привозили ее домой, плавили, обновляли и снова везли продолжать.